Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Д-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место, но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку, я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Двинули! Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт.
Thank you.
Вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Ладно, хватит морозить себе пушки. Пойдем внутрь. За мной, ребята. Данила, стой на стрёме. Мы с Артёмом пойдем проверим зал. Артём, иди за Мельником. Так, вроде все тихо. Демоны!
Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Шутка. Еще чуть-чуть, и они бы нас в клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Это закончится когда-нибудь или нет? Господи боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотека. Артём, слушай внимательно. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу.
Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Я снова был наедине с ужасом. Я снова был наедине с ужасом. Thank you.
снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть его. Я снова был наедине с ужасом. Я снова был наедине с ужасом. Come on.
Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне.
Я нашел планы D6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Отброшу за 50 патронов. Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь храма? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. Сам радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Но мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противник и целился. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что это самая последняя война, когда уже все равно. Ну вот. Сидел я в радиорубке, слушал эфир, и пришлось всякого наслушаться. Сибирь молчала вся, а вот остальные выходили на связь, в том числе атомные подлодки наши. Подлодки еще запрашивали приказы наносить еще удары по ним. Никто не верил, что Москвы-то больше нет. Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Нет ни их родных среди выживших. Что я могу сделать? Ну ничего. Кто-то решал отомстить, уходил на пусковые позиции. Мировая война может и кончить. Тут но только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Поняли, что раз мир уже отмечен и так, добивать горстки выживших смысла не имеет. Махали на все рукой. Подлодки еще долго на связь выходили. Они ведь могли в автономном плавании по полгода находиться. Воды и горючего хватает. Ой, ну и деньги были. Как вспомню, дрожь. Знал бы ты, как за это приходится платить. Кровью.
Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребят, готовы? Тогда погоним. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел. Теперь мне пора. Прощай. Это подвалы старого храма. Давай, забирайся. Темный тоннель. Грохот колес. Запах смерти. Так начался наш путь в D6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в D6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли. Но и людьми не перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось?
Артём! 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 Давай. Очнись, Артём. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет. Ты его слепишь. Артём, все в порядке? Ты можешь встать на ноги? Что это было? Мы приближаемся. Вот и гермозатворы. Отлично. Тормози. Черт, у меня от этого места мурашки по коже. Боря, проверь ворота. Пульт управления разнесен в щепки. Все провода перерезаны. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Я знал, что не может у нас быть все так гладко. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей. Упыри. Огонь! Ну хотя бы сдохну в бою. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. Что-то к нам приближается. Забей! Упыри!
Впереди еще долгий путь. Т-6 сюда. Это еще что? Черт. Темно, как у негра дома. Ладно. Давай посмотрим, что там. Весь хаос тоннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. А куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое, перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой дел в истории будет больше похож на мокрое пятно. Щелкай выключателями. Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, сломанная. Отлично. Ты точно заслужил медаль. Ульман, проверь. Не, я не пойду. Там А темно и Б страшно.
Вот дерьмо. Эй, Пако, отнесь выражение. Солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. Ну, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит, его кто-то метнул. Вон! 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 Все спокойно. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артём, не суйтесь в пекло! За мной! Товарищ полковник! Не могу сражаться в такой рабочей обстановке! Вот тут воняет так, что уже нюх отбило! Это от твоих шуток! Вон они! Сверху!
Степан. Оставь его. Поздно. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу. Проклятые твари. Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Еще секундочку. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Ульман, проверь. Чуть что сразу, Ульман, несправедливо. Все чисто, заходим. Я пойду гляну, что это. Аккуратнее, мужики, аккуратнее. Внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Слышали? Чёртовы лупыри! Разнюхали нас снова! Осторожней! Yeah.
убираться отсюда. Вперед, вперед, не останавливаться! Вот она. Эта дверь ведет в D6. Мы на месте? Похоже на... Сожри меня, упырь. Она закрыта. Что-то я не удивлен. А тут у нас что? Бронированная дверь. Ладно. Давай посмотрим, что там. Так точно. Артём, осмотри комнату, живо. Все в порядке? Отлично. Мы попробуем до тебя добраться. А ты тоже поищи выход. Удачи!
Артём! Сюда! Слава богу. Живой все-таки. Степана убили. Стёпу. Дьявол! Тише, тише! Там какой-то звук в тоннеле. Слышите? Что-то на нас идет оттуда. Что за... Так, так, так. Это еще что? Похоже на автоматизированную систему. Я пойду гляну, что это. Дрянное у меня чувство по поводу всего этого. Все чисто. Другого пути тут нет, так что вперед. Следующая остановка – командный центр. Неужели мы нашли вход в легендарный бункер? Я никак не мог в это поверить. Но сколько человек отдали своей жизни, чтобы мы получили доступ к последним ракетам? Стоило ли это их жизней? Аккуратней там. 20 лет без техобслуживания не всякая советская военная техника вынесет. Под ноги смотрите. Тебя тоже касается, Артём. Thank you.
Знаешь, так я примерно все себе и представлял. Со времен моей службы в армии ничего не изменилось. А этот комплекс будет постарше меня. На экстренные случаи. Раньше все строили на века. Думаю, система все еще работает. Теперь придется запускать систему вручную. Там где-то есть запасная пусковая система. Поднимись-ка на тот мостик. Потом объясню, что делать дальше. Систему. Давай, пуск! Ничего не выходит. Давай же, еще раз! Ай, безнадега! Проклятие! О, прямо как в старом добром кино! Эй, полковник, что случилось? Все в норме. Артем, уходим. Хватит играть с аппаратурой.
Давай! Слава богу, нам не надо спускаться до самого низа. Чую, там что-то неладно. Ульман, налево. Профессор, направо. Артём, прикрываешь меня? Если все карты составлены верно, нам туда. Но как нам ворота открыть? Есть идеи? Артём! Что если... Ульман, держи дверь. Владимир, это твоя тема. Что тебе нужно? Дай-ка соображу. Инструкция А-124, третья страница. Панель ДС-22. Ах да, вот же она. Железная память, Володь. Я всегда говорил, что от армии должна быть какая-то польза. Нет, не зря я учился всей этой ахинеи в армии. Заработало! Ай да оборудование! Так, а теперь займемся ракетами. Отлично. Первый уничтожен. Второй небоеспособен. Третий. Четвертый. Пятый. Восьмой. Десятый. Да быть этого не может. Вот, вот он. Один есть. Сейчас я выцарапаю из него всю информацию. Какого дьявола? Что произошло? Твою мать! Резервная батарея есть. А что с основным питанием? Ну, кажется, реактор выключен. И отсюда нам его не запустить. Придется спуститься на самое дно и стартануть его вручную. Судя по схемам, ничего сложного. Там все на автомате. Пойдет как по маслу. Издеваешься, что ли? Как ты собрался вниз-то спускаться? Ну, там лифт вроде есть. Это же мне. Проблема в том, что нам придется тут все отключить. Даже аварийное освещение. Чтобы ему напряжение было. Если другого выбора нет, давай так. Спасибо, Володя. Будь здесь. Следи за приборами. Мы быстро. Артём, Ульман, за мной. Yeah.
Проклятье! Знал ведь, что так легко ничего не пройдет. Ульман, вернись к Володьке, прикрой его. Если что случится, я отправлю Артема. Ну, удачи всем. Упырье вымя. Да оно теперь повсюду растеклось. Что за мерзость. Дьявол. Лифт-то здесь. Да дверь заперта. Придется идти в обход. Вперед, но аккуратно. И прикрываем друг друга. А вот и питомцы сухумского обезьянника. Идите ко мне, друзья. Давай сюда! Раздача! Подходи по одному! Ага, вот он. Надеюсь, он еще работает. Раз-раз. Дорогой Петров, мы ждали вашего появления. Мы те, кого вы зовете невидимыми наблюдателями. Вы приступили запретную черту, и теперь познаете наш гнев. Ульман, хорош дурачиться. Товарищ полковник, я починил громкую связь. Отсюда, оказывается, можно лифтом управлять. Включаю. Поехали. Невидимые наблюдатели. Да как можно в них верить после того, как этот шут так загадил поляну? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой.
Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Ну как ты? Справишься с этим? Нет, уродов! Я за свою жизнь всякого дерьма навидался. Но это... К лестнице, без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне шутка. У него кнопка. А. Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть. А надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, и я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда? Достигнута контактная зона.
достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Есть половина мощности. Достигнута контактная зона. Достигнута контактная зона. Внимание, извлечение стержня. 100%! Сейчас, ребята, минуту! Советом раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Отвоевать твое место под солнцем, снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого.
Слово «человек» будет снова звучать гордо. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Артем, бери систему наведения. Я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Добрались, товарищ полковник. Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг, быстро!
сюда! Мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти.
тобой все в порядке? Фантастика. Ульман! Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель скрыта за облаками. Мы поднимаемся. Прием. Ладно, Артем. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Там есть лестница. Давай наверх. Молодцов! Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. На связи, Мельник. Стреляй, Артём! Артём, Мельник, прием! Огонь! Вот чёрт! Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Прием! Вас понял, полковник. Прием! Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках.
Он пришел истребить нас. Артем, прием! Слышите? Остановите его. Уничтожьте его. Артем, прием! Слышите? Артем, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его.
Надо истреблять. Остановите его.
Уничтожьте его. Уничтожьте его. Мы не позволим ему. Захват цели завершен. Артем, вылетело! Принимайте посылочку! Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом – метро. И мы победили».
что нет. Явно!